Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. И начнем со сбора ресурсов. Ну-ка. Слушай, неплохо. Очень неплохо. Так, а здесь? Давай отправим. Слушай, почему-то он... Смотри, у него 36 тысяч. Да? Получается. В час. Но он не собирает этого. А, потому что он всего лишь 16 минут ищет. Вот оно в чем. А как увеличить время? Ну, с уровнем, понятное дело. Но там у него, например, будет 20 минут. За 20 минут он не успеет набрать 35 тысяч рыбы. Мне почему-то так кажется. Так, ладно, одного мы отправили за рыбой. Кого-то надо еще. Вот этого. Всего лишь 10 минут ищет. Так, ты бревна только. Тебя, кстати... Подожди, подожди, нет, нет, нет. Вернись. Ты уже сделал свое задание. Так, ты у нас пойдешь за бревнами. Ты у нас пойдешь, я не знаю, куда ты там пойдешь. Этот за рыбой отправляется, этот за древесиной. Подожди-ка, подожди-ка. Этого мы отправим за рыбкой. Ага, у меня, кстати, друзья мои, академка прокачалась. Слушай, прикольно. Теперь мы можем с тобой сколько там прокачивать? Максимальный уровень дракона 30-й. А сколько? Также двоих или троих уже можно будет сюда отправлять? Пока не знаю, если честно. Давай смотреть, кого мы можем с тобой еще отправить. Так, рыбу не можем. За бревнами. Давай тогда отправим его за бревнами. Пускай ищет. Так, ты у нас пойдешь. Ну, лети, лети, пташка. Ищи бревна нам. Все будут у нас, как говорится, в пределе. Никто не будет расслабляться. Все, с этим пока мы с тобой решили. Что у нас там беззубик нашел? Давай посмотрим. 64 тысячи древесины. Слушай, ну это неплохо. Итого у нас с тобой 226 тысяч. А это говорит о том, что мы с тобой можем что-то поставить на улучшение. Так, в прошлый раз мы улучшили мост. Теперь, наверное, мы с тобой улучшим... Стоп, лесопилка, нужна рыба. А здесь, вот. Давай тогда рыбацкую хижину. Да, пускай в плане. Сооружение нельзя улучшить, пока дракон... Блин. Твою ж налево, пока дракона собирает, понимаешь ли, тут. Блин, ребята, еще, например, сколько нам нужно? 4 тыквы найти, да, и яйцо. Переручить этого жуткого дракона. А какой дракон, непонятно пока, да, здесь будет. Блин, неужели всех отзывать, а? Так, кто у нас тут тусуется? Как нам увидеть? Какие драконы, чтобы я мог отозвать и поставить на улучшение? А, вот так вот можно отозвать, ребята, все, в автоматическом режиме. Так, и смотрим, кто у нас тут был. Дракончик, да? Не может. Понятно. Пока идет стройка, никто ничего сделать не может. Нифига себе, 10 часов будет делаться. Обалдеть. Ладно, у нас с тобой еще есть, не забывай, паки. Давай-ка мы с тобой посмотрим. 6 монет Одина. И плюс ко всему прочему, ужасное чудовище. Кревет. Душитель, 1000 лет не выпадал. Так, и у нас необычные, обычные. Так, бревна, обычные и необычные. Так, сразу же, наверное, посмотрим еще один пак. Монета Одина, 6 штук. Ну, в принципе, неплохо. Ребята, кстати, нам остается совсем чуть-чуть, да, и будет у нас 1500 рун. Тогда мы с тобой сможем купить нового дракона. Так, здесь у нас... Завершаем задание. Окей. Пока можем открыть с тобой пак. Древоруб. Шепот смерти. И все. Скудненько как-то на самом деле. Так. Что больше всего нравится делать Громелю? Есть только один способ это выяснить. Проверим, что Громель соберет быстрее. Рыбу или древесину. Слушай, ну, наверное, пока...
Надо древесину нам собирать. Так, здесь мы с тобой продолжаем нашу историю. Так, давай, книгу драконов. Ну, тут, ребята, понятное дело, что будем брать все время бесплатно. И награда такая хлюпенькая, если честно. Если за руны брать, то, конечно, будет солидная. Но руны нам нужны. Так, еда и вода. Видишь, тут можно было бы пак. Это 100% был бы. Успех гарантирован. Но, опять же, не факт, что на рулетке тебе этот пак выпадет. Так, ну что? А для того, чтобы улучшить нам... Ага, лохань, нужно 193 тысячи бревен. А бревна я уже спустил. А куда я могу рыбу вот эту вот, ребят, потратить? В принципе, я же могу... не могу отправить на обучение. Надо дракончиков-то наших прокачивать потихоньку. 120, да вы смеетесь, что ли? А что так дорого-то? Древоруб, иди обучайся. Стоит тут, прохлаждается мне. Ты, кстати, тоже иди обучайся. Смотрим. Может быть, его отправить, а? Да, пускай тоже. А, нет, ребята, все-таки максимальное количество пока два дракона могут обучаться одновременно. Жаль, конечно, но что ж поделаешь. Давай подумаем, что нам еще с тобой сделать. Понятно, что мы с тобой пойдем на арену. Так, улучшить лесопилку. Так, здесь нам нужно 520 тысяч рыбы найти. Так, тут начнется все намного позже. Завершите приключения Астрид и Грамгильды. 4 раза. У нас только 3 раза закончено. Жаль. Кстати, друзья мои, я вам говорил, да, что один из подписчиков все время мне говорил: Рэй, почему ты не проходишь испытания? И я думал, а где же эти испытания? Да, на самом деле я немножко был неправ. Испытания, вот они у нас. Выживание. Так, я сегодня его нашел. Один бой, как говорится, уже сыграл и сфейлился там. Потому что я не понял вначале, что нужно сделать. Потом до меня допетрило. Только слишком поздно, когда меня уже разобрали. Так, ну что, я вот не знаю, может быть... Может быть, мне кого-то убрать и поставить? Например, сарделька хороша. Может быть, вострозуба поменять. А вот если менять, то на кого? Как бы, если честно, не на кого. Прокачать я его не смогу, ведь так? Не смогу, к сожалению. Или оставим пока так. Может быть, все-таки взять вот этого? Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так с тобой. Возьму вместо вострозуба. Блин, ну у ветрокрыла просто удар. Обычный удар хвостиком. Может быть, вот этого взять? Или водореза убрать? Блин, нет, водорез как бы тоже нужен. Ладно, короче, поехали. Сейчас мы с тобой попробуем здесь подраться. А потом пойдем на арену. Ну что же, приступим потихонечку. Первая волна. А что, эти ко мне не возвращаются ресурсы? Да ладно, вы серьезно? С таким темпом я вряд ли пройду. Почему они не возвращаются-то? Так, если, например, нажму сюда на плюсик. Сейчас посмотрим, ребята. Сколько? 285 рун? Нет, ребята, вы издеваетесь. Это слишком дорого. Да, сейчас меня тут будут потихонечку кромсать. Это я тебе точно говорю. Так, давай, в оглушение его. 6 волн. Самые последние волны будут просто лютые, ребята. Вряд ли я опять пройду. Так, бомбим. Так, вторая волна. Так, 7 и 6 уровень. Понятно, начинается, короче. Надо по возможности отхиливаться. Если есть такая возможность, ребята, лучше сразу отхиливаться. Так, поехали. Что ты там затеял опять? Ага. Получи. На что ты тут дергаешься? О, нормуль. Так. Конечно, мне бы хотелось что-нибудь такое, чтобы у нас регенерировало здоровье. Какой-нибудь реген. Но такого нету.
Третья волна. Уровень будет противника расти, поверь мне. Не все будет так просто, как ты думаешь. Ага. Так, пока повышенная атака. Давай, наверное, еще на водореза с тобой повесим. Хотя, подожди. Вот, лучше что сделать. Конечно, уничтожить сразу же. Теперь хиляемся. Так. Поверь мне, это лишним не будет. Это лишним не будет. Твою ж налево. Добьем, добьем. Так, переходим с тобой на четвертую волну. Блин, видишь, уже три противника. И уровень 9, 9, 6. Так, подожди, давай посмотрим, кто тут у них. Синий, синий против красных, да, идет хорошо. А фиолетовый против синих. То есть пока как бы для нас тут нет никакой угрозы, но на самом деле она есть. Потому что если они сейчас начнут применять свои массовые атаки, не массовые, а свои супер атаки, нам с тобой не поздоровится. Если вас разумно будут бомбить, то фиг с ним, я не против. Так, так. Уклонение, да как же так, а? Что он там собрался делать? Блин, печатать надо кого-то. Или же... Это все-таки запечатать лучше. Лучше запечатаю. А потом я все-таки, наверное, сделаю отхил. Надо отхиливаться, ребят. Да как так не добили-то, а? Давай, добиваем. Копим с тобой на хил. Не будем пока тратить суперудары наши. Массовый отхил сделаем. Если успеем, блин, выжить. Если успеем выжить. Так, ну-ка, сколько ты там? Блин, мало, конечно, хиляешь, мало. Угу. Так, нам сделать баф с тобой, может быть. Баф, ну давай сделаем с тобой бафчик. Вот так вот. Атака. Обычную делаем атаку, обычную, ребят. Нам нужно с тобой... Ах, ты что творишь? Просто бомбанем чуть-чуть и отхиливаемся. Вот. Ну что, можно, в принципе, его уже и уничтожить. Пока не получается, да? Конечно, лучше бы сардельки всех пробафать на атаку. Волна пятая, ребята. А, вот они, гиганты. Сейчас начнется. Так, ну что, поехали. Так. Блин, сейчас они все на острозуба. Сарделечка, тихо, тихо, родная моя. Держись. Так, тараним. Кто сейчас будет ходить? Ну, пока суперудар у них не выйдет. Пока энергии у них мало. Этого добьем. Энергия у них потихонечку копится. Надо вот за этим смотреть уровнем. Ах, как ты больно бьешь, а? Хиляемся. Лучше тут хильнуться, поверь мне. Да что ж ты будешь делать? Атакует и атакует, атакует и атакует, а? Давай, сарделечка. Нормуль. Еще хильнемся. Так. Кто-то из подписчиков спрашивал: Рэй, почему ты не используешь хил? На арене как-то он не особо нужен. А вот здесь без хила ну просто никак. Да какой его фига ты, блин, уклонение-то... Блин, сейчас мало здоровья нам остановили. Блин, какой он крепкий. С какого перепуга он такой здоровый-то, а? Ну... Да я его добью, наверное, все-таки. Вот так вот. Теперь что? Теперь мы заблокируем ему способности, чтобы он не смог применить там какой-нибудь суперудар свой. И будем потихонечку с тобой отхиливаться. Так. Хиляемся. Отлично.
Так, мне бы, если честно, еще бы один разок хильнуться, и было бы вообще идеально. Давай потихоньку будем его разбирать. Ах ты, шлепок, что ты, блин. Так, ну тут, если я сейчас сделаю, ребят, мы с вами потратим всю энергию. Придется добивать. Ну что же, последняя волна 10 уровня. Прикинь. Сиди теперь и думай, кого тут печатать. Ну давай вот этого для начала. Так, энергия, почему не так? Оу, все, ребятушки. Ух, хоркали, да, они мне. Острозуба. Так, водореза сейчас, наверное, еще мне тут забомбят, скорее всего, уклонение. Так, сарделька, ты держись у меня. Да. Что он делает, а? Подтвердить. Подтвердить. Поехали. Ребята, делаем, короче, с вами отражение. Пускай он сам себе будет наносить урон сейчас. Блин, может быть, все-таки и в уш шлепать, а? Да блин. Не знаю. Получится у нас с тобой, не получится. У сардельки очень мало здоровья. Блин, они переключились на водореза, а? Ты посмотри. Ну что, специально это все делает? Ушатают сейчас сардельку мне. Водорез один не справится здесь. Н-н-н. Бесполезно, ребята. Все, фейл. К сожалению, фейл. Но вот если бы у меня здесь было бы 3 еды и 3 раза восстановить энергию, совсем другой расклад был бы. А видишь, когда я в первый раз играл, я не врубился просто, для чего там это все дано. Но когда врубился, как говорится, уже было поздно. И самое обидное, что тебе это не восстанавливается все. Блин, ну, зато на будущее мы с тобой знаем, да? Где, что и как. Ну что, пора нас с тобой отправляться уже на арену. Поехали, будем с тобой потихонечку тут разбираться. Оставляю пока отряд такой же, как у нас есть. Ох, ё-моё. Ты видел? Ты видел противника? Да-да-да, как всегда, топчик себе тут набрал. Эх. Так, кто у нас ходит? Фиолетовый. Фиолетовый там против кого у нас хорошо бомбит? Против синих. Синих у него нету. Здоровски просто. Просто здоровски. Ну давай вот этого хлобыкнем. Опа. Усиленную атаку врубил, да, значит? Мы тогда так вот сделаем. Сарделька, сарделька. Когда ты там будешь ходить-то? Ё-моё, еще не скоро. Так, он готовит себе суперудар. Я вот чувствую, что он готовит суперудар. Атакуем. Офигеть, у него инициатива, блин, просто трындец, ребята, зашкаливает. Просто зашкаливает, он постоянно ходит первым. Ну, сарделька, добьешь? Добьешь, молодец, красавчик ты. Красавчик. А этот сейчас, наверное, сделает массовый баф, скорее всего. Сейчас посмотрим. Оу, сейчас будет что-то лютое. Что-то будет, ребята, лютое. Так, сарделечка добьет. Красавчик, красавчик. Ну что, с этим мы теперь справимся. Уж втроем-то, ну вдвоем. Фиг с ним, вдвоем. Будем, конечно же, его станить и блочить. Ты понимаешь, да? Не выпускать его, как говорится, из зоны комфорта. Будем постоянно его тут прессинговать. Да, он может сделать двойную свою атаку. Это фигня на самом деле. Да иди ты. Это тебе, парень, не поможет. На, в челюсть. Получи и распишись. Вот так вот, ребятушки, это делается. Блин, ну все-таки
то мы с тобой должны будем пройти. Ну что, 3 дракона победили, еще нужно 7 одолеть. Так, смотрим, блин. Офигеть, противников мне дают, конечно, намного выше по разрядам, чем мои. Смотри, 2 эти двуголовые и вот этот. Вот этого в первую очередь мы с тобой сейчас будем ушатывать. Постараться, по крайней мере, нам нужно. Окей. Эти с двойными атаками бесявые, конечно. Ничего не скажешь. В плане, блин, уклонения. Ну какого лешего уклонения? Я все, ребят, понимаю, да? Уклонись там, скорость, ветер, все дела. Ну не так часто-то. Блин, сейчас мне водореза, по-моему, ухоркают. Ухоркают, поверь мне. Вот и все. Вот и не стало водореза. Остались только я и этот кореш мой, да? Ну, сарделька-то хороша, она довольно крепкая. В этом, конечно, есть большой плюс. Есть у нас и хиллер с тобой. Но тут броня понижена. Блин, да он достал, а. Ходит и ходит, ходит и ходит. Одним меньше ему стало ходить. Так, удвоение энергии. Так, давай-ка мы с тобой вот так вот хильнемся. Ага, я так и понял. Неплохо, да, мы ему сейчас впечатали. Пол хп с удара. Станем. И добиваем. Так, этот сейчас, конечно же, на... О, я-то думал, он сейчас... Слушай, а зачем я так буду делать? Хиляться, там еще что-то. Будем просто его нахлобучивать, да и все. Так, мы сейчас с тобой вот так вот сделаем. Ох, удар хвостом. Прикинь, сколько мы сейчас ему хп отнимем. Ну, естественно, добьем. О, пошла немножко другая у меня стратегия. Все-таки я теперь немножко разобрался, что делает сарделька, и применять ее самые сильные качества. 4 дракона еще нам с тобой победить. Ну, в принципе, я не думаю, что это сложно для нас. 9, 7, 9. Опять. Опять 25. Ну, дайте хотя бы там 8, 3 8 уровня. Ну, почему все время вот 9 вы подсовываете мне, а? У меня же нет 9 уровня. Так, что нам сделать с тобой лучше? По идее, вот этого надо валить в первую очередь. И ты знаешь почему. У него массовый баф на атаку. Как бы не хотелось бы, чтобы он его использовал. В этом деле нам поможет с тобой кто? Водорез. Водорез может заблочить. Водорез может заблочить. Или же лучше нам так сделать. Поехали. Атака у сардельки, да, только повышенная. Сейчас будем хлопать. Блин. Да хорош. Блочим, короче. Так, и добиваем. Ну что, остается у нас 2 на 2. Я понял. Опа, опа, и что? Не кисло. У него тоже повышенная атака. Вот оно что. Слушай, мне кажется, мы тут, наверное, проиграем. Наверное. Посмотрим. Посмотрим, что у нас тут получилось. У него, конечно, инициативы намного больше. Тем более у него 2 дракона, в отличие от меня. Хотя мы сравняли шансы. Опа, у него, смотри, как вот он так себе энергию пополнил. Блин. Он мне понизил броню, ребята. Плюс у него двойная атака, да? Сейчас будет бить по 2 раза. Ну, смотрим, кто кого. Либо он меня, либо я его. Но у него спрут атака есть. Все, ребята, ему, по-моему, крышка. Да. Чудом выжил, на самом деле, здесь. Просто чудом. Ну все, 3 пака мы с тобой насобирали. И надо победить еще одного дракона. Но это только ради первого пака вождя. А еще второй будет. Так, секундочку, по-моему, какие-то новые драконы против нас сейчас пойдут. Или хорошо забытый старый. Это же Огнеплюй.
Верно? По-моему, так и есть. Начнем вот с этого партизана. Да, все-таки будем жучить его. Что-то там... Ага. Знаешь, я говорю, огнеплюй. Что, станем? Станем. Станем и продолжаем бомбить. Все, у нас преимущество уже. Так, он может сделать суперудар какой-нибудь. Кого-то сейчас вынесут мне. Водорезы. Даже не сомневался в этом. Ну что же. Понеслась. Понеслась. Что он там будет делать? Ага, вот так вот. Если мы только этого с тобой уберем, нам уже будет проще справиться. Давай еще раз ударим. Я просто не могу его выпустить, ребят, на свободу, да? Иначе тут будет плохо все. Добивочный. Ну что, хлопчик, ты один остался. Блин, он, правда, сейчас, знаешь, что сделает? Супер удар. Он его сделает. Ему терять уже нечего. О, парень, ты нашел, кому делать. Сардельки. Она же у меня как танк маленький. Я еще вот так вот пробафаюсь. Опачки. Так, ну что он сейчас сделает? Нет, парень, это бесполезно. Это все уже бесполезно. Ну что, нахлобучиваем? Блин, действительно, сарделечка меня радует с каждым разом. С ней как-то попроще стало играть, что ли? Ну что, друзья мои, вот и колода вождя. Давай-ка мы с тобой посмотрим. Громыльчик, Громорок, Громгильда и все. Ну что же, давай за следующим паком отправимся с тобой. Блин, все-таки я думаю, водореза надо менять. Хотя вот, знаешь, вот то, что он блокирует способности, это очень большой плюс. Но уровень маленький, 7-й, уже не котируется здесь. А тем более, смотри, что тут подсунули мне. Опять этого шитика воткнули, а? Блин, достача, а? Просто достал он меня. Этот еще с своей пониженной броней, видишь, он просто стреляет. Ему не надо ничего делать, просто плюнул и все, и понизил мне броню. Все, сейчас... А, уклонение сработало, и это классно. Так, ну что, нам этого ханурика разобрать, а дальше уже все пойдет как по маслу, поверь мне. Адьюс, амиго. Так, теперь мы с тобой блочим, наверное, вот этого. Огнеплюя. Окей. В плане. А, броня-то пониженная. 10 уровня. Я только сейчас увидел, что он 10 уровня, этот ханорик-то. А мы справимся с тобой тут. Против 10-го-то уровня. Что-то сомневаюсь как-то я. Сейчас, если он сделает свой суперудар, наверное, будет жестко. А он готовится к нему. Он к нему, блин, готовится. Так, сейчас водореза, мне кажется, ушатает. Угу, ушатал, ребята. Ну что ж, делаем с тобой отражение. И... Так, поехали. Давай, парень, еще пыхни чем-нибудь. Ой, какой красавчик. Ну... Добить не добьешь ведь, так? Или суперудар сейчас? Супер... Все, парень, тебе крышка. Тебе крышка. Нет! Да какого лешего ты два раза-то ходишь, блин? Не, ребят, это... Это трындец. На каком основании он ходил два раза? Моя должна была очередь ходить, блин. Пипец, блин, вот ты понимаешь эту игру как хочешь. Я считаю, там было несправедливо по отношению ко мне. Он меня не застанил, он ничего со мной не сделал. Почему? На каком основании он стал ходить? Еще раз, а? Что за, блин, привилегии? То, что он 10 уровня? Да мне плевать. Да.
трындец. Так, этого ханорика надо вырубать, блин. Этого мелкого прыща. Да и этого, в принципе, нужно как-то уж... Не знаю, что нам теперь тут с тобой делать. Враг пошел. Девятый уровень. У меня этот водорез седьмого уровня до сих пор тут повис. Ну, как ни крути, он все равно хороший водорез. Ты понимаешь, даже для седьмого уровня он неплохо Блин. Неплохо глушит, да, вот это вот заклинахи. Блин, еще и отравление повесили. Да, водорез, короче, у нас тут с тобой не жилец, одним словом. Печалька. Так, ну ладно, давай этого громорога с тобой, улучшенная версия, валить. Достанет, а? Ну, этот добьет. Нет, не добил. Ну, сейчас какое-нибудь отравление сработает, скорее всего. Да, отравление убило. Но этого мы тоже с тобой не упустим. Сейчас будет что-то хорошее, да? Ага. Глушим его, короче. Встан. И добиваем. Ну, с этим прыщом, я уж думаю, мы справимся. Хотя он может суперудар, конечно, сделать, но он не стал. И это зря. Получи тогда. Блин, уклонение. Давай вот так вот сделаем. Поехали. Я уже думал, сейчас опять будет уклонение. Нет, слава богу, все, нормально. Фух, здесь справились. Компенсация, да, так сказать, за прошлый бой. Ну что, еще 5 драконов. Нам с тобой победить? Подожди секунду. А что у нас с водорезом в плане того, что... Ну, по прокачке я имею в виду. Где он у нас? Вот он, да? Да, его нужно обучить до 24 уровня, чтобы я смог ему прокачать левел. Что у нас тут творится? Так, жутик. Блин. Жутика хочу, конечно, немножко, ребят, прокачать, потому что, ну... Посмотреть надо, что он из себя вообще представляет. Громорог этот. Все жаждут прокачки, понимаешь, да? А вот это что такое тут, я не могу понять. А, можно завершить обучение уже, да? Окей. Так, дай-ка я вот это вот отправлю на обучение. Будем с тобой прокачивать нашего водореза потихонечку. Так, ты уже что, все насобирал? Давай дальше иди. И этот уже стоит, расслабляется. Ну, 10 тысяч бревен хотя бы насобирал. Кто еще тут у нас с тобой? Так, ты отдыхаешь, да? Полетел. Нечего тут балдеть. Ты тоже иди. На самом деле нам нужно больше леса. Не то, что больше, нам вообще его нужно много, очень много леса. Так, ну что, мы тебя... Надо будет еще нам с тобой беззубика отправить на, ребята, на повышение уровня, чтобы мы смогли с тобой искать уже новых драконов, кстати. Об этом тоже не стоит забывать. Раз, два, только двое, что ли? Трое, трое у меня собирают лес. Давай, наверное, этого тогда пускай он хоть чуть-чуть пособирает. И этого. Нет, секунду. Этого вернем. А тебе как раз отправим. Ищи. И у нас тут с тобой задания завершенные, да? Получить. Получить. Все забираем. Так, 120 тысяч еды. Получить из рыбы. Так, отправить двух драконов приключения. Ну и надо в защите олуха поучаствовать. Кстати, ребята, в последний раз тут играл. А, мы еще можем прокачать катапульту. Вот что я вспомнил. Блин, не хватает древесины. Ладно, сейчас на арене поделимся. Может быть, у нас... О, еще 70 конфет. Может быть, у нас насоберется с тобой, да? Бревна. Мы сможем сразу поставить еще и катапульту на улучшение. Было бы неплохо. Так, а пока у нас с тобой очередной бой. Эх, сарделечка, сарделька. А то, что она желтая, ребят, вот это вот оранжевый цвет, это значит, что она легендарная? Опа! Ого, какие изыски у него-то, посмотри.
Какие у него изыски. И все 10 уровня. Блин, это же сарделька. О, тё-тё-тё-тё. Ну тут что-то, да, ребят. Тут, по-моему, мы приплыли. И это понятно, почему мы приплыли. Потому что, во-первых, ну уровень. Все-таки, извини меня. Тут с этим ничего не поделаешь. Уровень просто зашкаливает. 9, 9, 10. Что такой топчик-то мне подсунули сюда, а? Водолезу крышка. Понятное дело. Водолезу крышка здесь. Ну-ка. Очень сильно бьет. Сарделька тут сейчас выпендриваться еще будет. И этот... О, все, ребят, в сон. Погружает нас в сон. И будут сейчас бомбить. И будут нас сейчас разбирать. Вот этого разберут. Да нет, тут вариантов нету. Ну, хотя бы не в сухую проиграли. Хотя бы не в сухую. Так. Я не понимаю, почему, блин, постоянно он ходит. У него чаще ходы передаются, чем мне. Тут даже лечиться бесполезно, ребят. Просто будем бить и все. Сардельку ушатывает. Ладно, фиг с ним. Только из-за уровня, и все. Будь он моего левла, я бы его быстренько тут отфигачил бы. Ну что, поехали. Все равно нам с тобой надо победить 4 драконов, чтобы получить пак. 9, 9. Нет, это уже перебор. Не, я тебе серьезно говорю, это уже перебор. Почему, блин? Трындец, блин. Ну и что вот прикажешь мне сейчас делать? 9, 9, 8, зашибись. У меня 7 уровень до сих пор. Да. Хандрим, надо прокачкой заниматься наших драконов. Иначе мы далеко дальше с тобой не уедем. Просто не уедем. Давай баф сделаем. Что, водорезик тут начинает выпендриваться, да, как всегда. Этот еще и с усиленной атакой сейчас начнет вжаривать. Сарделька сам по себе мощный. Ох ты, влупил-то как. Чё вытворяет, а? Просто полюбуйся. Ну, водореза я уничтожил. Ну и что это мне дает? Блин, сравнял шансы, короче. Глушить, ребят? Ну, придется глушить, а что делать-то? Надо как-то выживать. Попытаемся. Попытаемся с тобой здесь как-то выжить, одолеть. Ой. А сарделька добьет, верно? Тьф. А сарделька добьет, а сарделька добила. Ну, поехали, посмотрим, что он будет делать. О, красавчик. Сам себя убил. А, он промахнулся, блин. Ладно. Раз, два. Давай, давай, что-нибудь делайте там. Только посерьезнее делайте. Ага. Добиваем. Ой, у меня, ребята, отражение кончилось. А он себе повышенную атаку сделал, да? А мы отражение-то там лепим. Ну давай. А че он не стал атаковать-то, а? Хорошо ты сам себе бомбишь, а, парень? Ой, как хорошо. Все, он сейчас сам себя... Погоди. Ну все, ему крышка. Ничья, что ли, блин? Ай, да что ж ты будешь делать, а? Блин, 2 драконов осталось подбить. Всего лишь 2 драконов. Нет, все-таки разряд... Ой, разряд. Водорез на 7 разряде. Выдает, конечно, офигенные штуки. Оу, 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 тихо, 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 родные мои, тихонько. Не надо тут буянить. Он начинает, а? Блин, наверное, я все-таки с этого начну. Плюс понизим броню. Да, в принципе, он уже наш.
Мы сейчас нахлобучим с тобой. Пускай пока этот на водореза переключается. Это сейчас, наверное, тоже будет. Я так и понял. Да блин, ну. Да, все-таки добьем. Хотел баб сделать, но надо добивать, ребята. Сейчас кого-то ушатают мне. Я, в принципе, знаю кого. Водореза, конечно же. И это плохо. И это плохо. Так, он будет сейчас делать массовую атаку. Я не хочу, чтобы это был сон. А он 100% хочет сделать сон. Хотел бы сделать. Он будет огнем, да? Или будет ждать? Он будет ждать, скорее всего, ребята. Сейчас он сделает. Нет, сейчас сарделька сходит. А потом... потом сходит он. И сейчас будет сон. А, все, он потратил, да, очки? Ясно. Обойдется без сна, но он опять же ходит. Так, влупляем, короче. На тебе, паршивец. Добей, пожалуйста, сарделька. Есть. Что ты там будешь? Массовая атака, да? Что-то он не стал делать почему-то. И это зря. Тут мы его... Вот это вот просто у меня убивает, ребят. Блин. Сейчас что-то будет плохое, да? Пока живем. На тебе. Ну, тогда все. Тогда мы выиграли здесь. И пак, соответственно, получим. Трындец, бои, конечно, нет. Я не спорю, ребята. Они интереснее, скажем, разом. Но то, что вот уровень моих противников постоянно выше. Сразу вспоминаю черепашки-ниндзя-легенды, когда я там тоже страдал. Но это было только поначалу. Теперь страдают от меня мои противники. Ну что же, мы с тобой открываем вождь. Кошмарный пристеголов. Шепот смерти. Ага, вот он. Громорог-отпрыск. Выпал мне наконец-то. Ну что же. Вроде бы как и все, да? Вроде бы. Так, мои драконы. Где этот отпрыск? Громорог. Это наш старый. Я не вижу его. Лаварыга вижу. Или нам просто с тобой выпало несколько карточек на него, да? А сам он как бы нам еще пока недоступен. Понятно. Так, оборонку я пока не буду делать. Или стоит сделать? Нет, пока не буду. Ну что, дорогие друзья, мы хотели с вами собрать, что там, бревна, да? Ну-ка, сколько там? 64. Все, нам хватает. Пускай делается. Всего лишь часок, это не страшно. Ну а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.